Реформа, конечно, нужна. Академики все очень взрослые, очень взрослые. Политики в данном вопросе я не вижу. Скорее всего, тут идет борьба за недвижимость, и очень жалко, что некоторые чиновники уже настолько смелы, что посягнули и на недвижимость Российской академии наук. Это отбросит нашу науку, мне кажется, снова назад, далеко назад. Этот передел экономический.